Здравствуйте, вы смотрите программу «Каждый день». В студии работает Жанар Берикова. Погода на 28 марта. В Мартуке ночью 1 градус тепла, днем плюс 3, снег с дождем. В Алге ночная температура минус 1, дневная плюс 2 осадки. В Хромтау ночью на столбике термометра минус 2, днем плюс 2 дождь. В Батамше ночная температура минус 2, дневная плюс 1, мокрый снег. В Шелкаре ночью плюс 2, днем плюс 5 осадки, ветер 16 метров в секунду. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс начнется 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Минпросвещения в Казахстане. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства egov.kz. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей. Из-за паводка эвакуировали жителей поселков в Шелкарском и Мугалжарском районах. 26 марта разлилась река Кулжар, вблизи которой находятся поселки Улпан и Буйрек-Тубе. Для спасения от большой воды местные власти мобилизовали 50 работников железной дороги Акимата, привлекли 2 погрузчика. В поселках сделали оградительные барьеры из 2000 мешков песка, чтобы не допустить подтопления жилых домов, сообщили в Акимате Актюбинской области. В селе Буйрек-Тубе, расположенном в 9 километрах от Шелкара, 6 домов, проживает 13 человек. В 4 домах вода дошла до веранд. 2 казахстанца незаконно заработали 1 350 000 долларов на криптовалюте. По данным АФМ, в период с 2020 года по настоящее время казахстанцы осуществили оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере в Кустанае. Для осуществления привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. Ледовое шоу «Hogwarts Holidays» от звезд цирка «Дю Солей» в Актюбе. «Hogwarts Holidays» – уникальная постановка на грани физического театра и цирка, комедии и магии, сочетающая цирковое искусство и фигурное катание в едином шоу на ледовой арене, специально создаваемом на сцене каждого зала. Шоу рекомендовано для зрителей всех возрастов. Представление состоится 2 апреля в Умиротталыгы в 7 часов вечера. Стоимость билетов от 6 тысяч тенге. Драмтеатр имени Ахтанова приглашает маленьких зрителей посмотреть сказку «По щучьему велению». Спектакль пройдет 30 марта в 11 часов. Порадуйте себя и своих близких красивыми стильными букетами от цветочной студии «Вероника Флауэр Студио». Всегда только свежие цветы, приятные цены, бережная доставка, приветливый сервис. Также действует «Каспи Ред». Подписывайтесь в Инстаграм и следите за новостями от цветочной студии «Вероника Флауэр Студио». Если у вас есть страх перед приемом стоматолога и вы никак не можете его перебороть, в семейной клинике Китаров Клиник вы можете пройти лечение, удаление или имплантацию зубов под аппаратом седации. Для подробной информации записывайтесь на консультацию. Адрес: проспект Алии Молдоголовой, 19. Компания, в которую вы приходите на бухгалтерское обслуживание, ее работники должны оказывать услуги качественно и своевременно, быть экспертами в своей работе и помогать вам в развитии вашего бизнеса и принятии управленческих решений, стать вашим долгосрочным партнером. Все эти качества сочетает в себе компания «Профсервис» – лидеры на рынке. Благодарю за внимание. В студии работала Жанар Берикова.